Еще раз добрый вечер. Сегодня у нас 9 января. Для тех, кто в ближайшее время посещает город Клин, не забудьте, пожалуйста, зайти за торговые ряды. Вот здесь у нас памятник Чайковского. Давайте сейчас мы немножечко пройдем вперед. Снег скрипит, так приятно. Скоро у нас крещение. Так, вот здесь вот будет сейчас по правую руку, где торговые ряды, Советская площадь, бывшая Соборная. Я хотела вам немножко другое показать. Сейчас вот смотрите, от памятника Чайковского, да, по правую руку будет Советская площадь. Здесь сейчас еще установлена новогодняя елка. А по левую руку, если это я для православных, если вы хотите, раз вы уже оказались в этом месте, посетить православный храм, то есть от памятника Чайковского нам немножечко левее. Вот здесь храм Воскресения Христа. Все отсвечивает колокольня Троицы, Троицкого и соборная гостиница. Ну, для туристов. Там есть трапезная в соборной гостинице. Вот она здесь, с левой стороны. С правой стороны мы видим заднюю часть, то, что вы видите на Советской площади, фасад. Вот она, эта колокольня. Вот это вот соборная гостиница, в которой есть трапезная. И когда у нас здесь экскурсии, то зачастую останавливаются вот здесь вот и обедают. А для православных очень приятно, да, совместить, как говорится, приятное с полезным. Вот. 1712 года. Храм Воскресения Христова. Видите, это памятник у нас истории. Поскольку у нас 7-го было Рождество, здесь еще установлены ели. Сам храм мы, конечно, заходить не будем. Съемку мы там делать тоже не будем. Да, все-таки это такое, скажем так, духовное, интимное пространство. И верующие, которые там находятся, конечно, мы мешать не будем. Очень такой красивый фасад. Здесь даже есть горельефы. Вот такая у нас коротенькая минутная буквально прогулка. Если вы окажетесь на Советской площади, где торговые ряды в городе Клин, зайдете за торговые ряды и посетите вот такой замечательный 1712 года памятник истории православной. Здесь даже можно с горочки посмотреть вниз, уже, так сказать, на жилые дома и немного на промышленную зону. То есть видите, другую часть города. Ой, птички поют, так приятно. Давайте мы с вами на вот этой прекрасной ноте. Я еще раз хочу всех поздравить. 7 числа было Рождество. Не только православных, и всех с таким великим праздником. Пожелать здоровья, тепла, света и добра. Посещайте город Клин и также другие города Подмосковья.